Короче, всем привет, друзья. И сегодня будет быстрый обзор на то, что я сегодня уловил. Вот, сегодня у нас прошел в школе трейд. Это у нас такая штука, где все должны, все обязаны что-то обменять. То есть все дали соглашение в нашем классе, все обменялись. И вот что я могу уловить. Вот, все это я уловил за... Ну, я менялся, вот. Вот что я смог сегодня уловить. Это вот такая вот тегерка Берлинга. И две баночки с чернилами. Из магазина Турист в Подольске. Вот. Если что, в Подольске жил. Вот. Вот такая вот штучка тегерка. Очень прикольная. Сейчас я вам его покажу. Так. Вот. Нажимаю на сам корректор. Во, фиолетовый цвет. Я немножко его подзаправил черным, фиолетовым. Лучше не рекомендую вам заправлять маркеры дома, потому что это может быть опасно для вашей мебели. Итак, вот у нас теперь чернила. Вот это я смог уловить. Вот такое вот чернила фиолетовые, полбаночки и полную баночку чернила черных. Она даже не вскрыта, хотя я ее скрывал вот один раз всего лишь, но не знаю, может считаться ли это или нет. Сейчас я эти баночки все скрою. Вот так вот они выглядят вскрытые. Очень, кстати, удобно, когда вы хотите что-то перезалить. Например, в маркер откручиваешь вот тут вот и заливаешь. А то тут вот минус бывает иногда то, что тут полностью вот вся вот эта вот оболочка открыта. А вот тут вот очень хорошо, что открыта всего лишь там маленькая, короче, маленькая дырочка. Сейчас мне нужно салфетку, чтобы протереть. Блин, салфетка прилипла. А, блин. Вот. Сейчас надо. Вот так вот. Вот. И по этому видеоролику я тоже сниму шортс. А если вы хотите больше моих граффити, наборов, моих граффити став, у меня их очень много, вот, то обязательно подписывайтесь на мой канал. Пиксельмен. Скоро я его изменю на Зира. Так, ладно. Всем удачи и всем пока-пока.